Готовим венгерский суп-гуляш. Берем 2 зубчика чеснока, 1 перец чили, 20 грамм петрушки и измельчаем все 2 секунды на скорости 9. Убираем в сторонку. Заливаем 1180 грамм воды, 2 чайные ложки соли. В паровую корзину кладем заранее нарезанные кубиками говядину 500 грамм. И готовим без бендной крышки. 50 минут при 100 градусах на скорости 0,5. Снимаем нашу паровую корзину и процеживаем наш бульон. Заранее помытую чашу кладем 200 грамм лука, 100 грамм моркови и 100 грамм стеблей сельдерея. 40 грамм растительного масла. Измельчаем все 2 секунды на скорости 5. Добавляем 70 грамм томатной пасты, 1 чайную ложку паприки, опускаем все с помощью лопатки и пассируем без мерной крышки 5 минут при 120 градусах. Тем временем готовим нашу смесь. Это 20 грамм муки и 80 грамм воды. Тщательно перемешиваем и убираем в сторонку. Добавляем 150 грамм картофеля, наше отварное мясо, 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца. Заливаем все это бульоном. И готовим еще 20 минут при 100 градусах на скорости 1. Заливаем нашу смесь. Добавляем нашу зелень, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку паприки. И перемешиваем все 5 секунд на скорости 1. Наш венгерский суп-гуляш готов. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айгуль.